بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. Так, на прошлых уроках мы начали рассматривать второе доказательство Бога. Последние два урока мы посвятили этому вопросу. И думаю, особо нам спешить не стоит, так как, судя по всему, вопрос немножко сложный. И поэтому будем потихонечку двигаться вперед, чтобы всем было все понятно. Так, что мы сказали на прошлых уроках? Во-первых, мы разделили две вещи, опираясь на аяты Корана. Этими двумя вещами являлись, во-первых, устройство, строение мира, да, и второе – это действие, деяние, работа, совершаемая теми или иными организмами, теми или иными существами данного мира. Мы разделили эти две вещи. Мы сказали, что до этого, до Корана и после Корана никто эту работу не выполнял, и большинство людей рассматривали устройство, строение этого мира вне отрывности, вне прерывности от той работы, которую выполняет тот или иной организм или то или иное существо. И поэтому они считали, что это нечто единое, да, как мы сказали, как машина, допустим, например, привели машину. Они считали, что мир – это некий механизм, некая машина, некие часы, как часы, которые ту работу выполняют, поскольку они являются часами, не более того. Да? То есть работу выполняют так, как устроено так. И пример с тем же самым треугольником, на самом деле, очень даже наглядный пример, и лучше и идеальнее этого примера вряд ли можно найти. Мы видим, что есть треугольник. Да, есть треугольник, который отличается особым устройством. То есть имеет определенную сущность. И три угла этого треугольника равны двум прямым. И эта равнозначность трех углов двум прямым является частью сущности треугольника. Это не что-то отдельное. То есть треугольник появился и потом стал выполнять, независимо от своего устройства, какую-то определенную работу. Ничего подобного. Здесь равнозначность этих трех углов есть следствие, на 100% абсолютное следствие устройства и сущности самого треугольника. И как бы что-то дополнительного здесь нету. Но Коран, аяты Корана дают нам другие знания. Говорят, что есть действия, есть деяния в этом мире, которые независимы на 100% от устройства этого мира. Да? И мы на основании этих аятов, основываясь на этих принципах, доказываем существование Бога. Мы говорим, что есть... Изначально мы привели доказательства, первую группу доказательств, где мы сказали, что устройство этого мира нам говорит о том, что должна быть определенная конечная причина, конечная цель, к которой стремится этот мир. И таким образом мы доказывали существование Бога. Посредством чего? Посредством устройства мира, не более того. Второе доказательство у нас основывается на... посредством, на основе направления этого самого устройства, этого самого организма, этого самого существа, созданного Всевышним Аллахом. Да, то есть мы видим, что это две разные вещи. И мы сказали, что есть определенное направление, определенное руководство в этом мире. То есть есть определенная сила или определенные силы, которые помогают материальному миру, творением материального мира, организмом материального мира
двигаться в определенном четко направлении. То есть это направление не случайное, имеет определенную цель перед собой, не бесцельное какое-то направление. И в этом направлении есть определенные силы, которые помогают этим организмам, этим существам двигаться вперед, двигаться к этой самой цели, к этой самой поставленной цели. И мы сказали, что в данном случае мы руководство и направление противопоставляем. Чему мы противопоставляли? Движению, работе, выполняемой организмами, выполняемой существами материального мира, исключительно на основе устройства их. Да? То есть движение, направление или работа только посредством, только движение и работа, которая является следствием только, исключительно следствием устройства их, как треугольник. То есть равнозначность трех углов двум прямым – это есть следствие сущности, устройства самого треугольника, не более того, то есть чего-то там дополнительного нет. И мы это самое направление, это самое движение, это самое руководство противопоставляем именно подобной работе, подобным действиям. Да? То есть мы говорим, что есть движение, мы не говорим, что все движения, вся работа материальных существ, материальных организмов является руководимой кем-то извне, извне материи, за пределами материи. Нет, мы говорим, что есть. И нам в данном случае одного единственного примера достаточно. Но их множество. Множество, но нам достаточно одного. Мы говорим, что есть работа в этом мире, в этом материальном мире. Организмы, существа выполняют работу, идут по пути, по определенному, в определенном направлении. И это самое движение им указывает какая-то третья сила за пределами материального мира. Далее мы сказали, что в философии точного определения данной точки зрения, то есть какой-то философской школы, которая придерживалась бы данной точки зрения, к сожалению, нет. И термина, что самое важное, термина и определение к этому термину, которое бы давало бы понимание вот это руководство, вот это вот направление, вот этого движения посредством какой-то третьей силы за пределами материи, нету в философии. Но мы привели кое-что близкое к этому. Близкое к этому мы сказали, что есть механическое мышление философии. Есть философы, которые рассматривают окружающий их мир как некий механизм. И эти философы, они не только западные, и многие мусульманские философы, которые не отделяли движение от порядка в этом мире. Да? Я не быстро говорю, все понимают? Философы, которые не отделяли, как Шахид Мутахари или Фахрурази, они не отделяли устройство от направления, от руководства. И, соответственно, они рассматривали этот мир как некий механизм. Но они могут и не выражать это в каких-то словах. То есть это следствие подобного взгляда на вопрос. Необходимое следствие. То есть определенная философская школа, которая рассматривает окружающий нас мир исключительно как некий механизм, подобно часам. Это что означает, по сути? Это означает, что все, что происходит в этом мире, в окружающем нас мире, в материальном мире, является следствием устройства самого мира исключительно. То есть, если муравьи, допустим, да, к примеру, если муравьи выполняют определенную работу, допустим, строят дома, строят какие-то города свои, да, у них есть микрогорода свои, то есть все знают, что муравьи – это цивилизация в определенном смысле слова какая-то, да, то есть у каждого есть своя должность, своя обязанность, да, каждый выполняет свою работу, и в определенный сезон они эту работу выполняют, чтобы в другие сезоны, что делать, пользоваться плодами своей работы. И согласно механической философские точки зрения,
эти самые муравьи выполняют эту самую работу исключительно потому, что они так устроены. То есть они, их материальное устройство, материальное, не материальное мы сейчас не касаемся, то есть они материальное устройство, их организм устроен таким образом, что они не могут этого не выполнять. То есть они сами по себе так устроены, их структура, их организм так устроен, что они выполняют эту работу. И им нет нужды каким-то силам за пределами собственного организма. Да, то есть им достаточно собственного организма, чтобы выполнять эту работу какой-то другой силы, которая бы направляла бы их, указывала бы путь. Нет нужды в этой силе. Это механическая точка зрения, то есть философская точка зрения, которая рассматривает мир как некий механизм, некий часовой механизм. Да, и на примере муравьев именно такого объяснения. Есть противоположность данной точки зрения, которая называется динамизмом, динамическое мышление, динамический динамизм, как я уже говорил на прошлом уроке, он есть философское мышление, да, философское учение, динамизм, есть астрономическое учение, есть биологическое, то есть динамизм, он имеет довольно-таки многогранность. Динамизм – это убежденность, как они сами говорят, это убежденность в том, что организмы могут саморегулировать себя, да? Саморазвиваться, двигать самих себя. Да? То есть не то, что они так устроены, изначально родился там муравей, допустим, да? Как он родился, так он и доживет до конца своей жизни. Нет, есть в нем определенные силы, есть в нем самом. Есть нечто, что регулирует его самого, то есть самодвижением занимается, направляет его в определенном направлении. Мы привели примеры адаптации под окружающую среду. Да? То есть это примеры из биологии. Пример из биологии, когда животные организмы, теряя определенную часть тканей, да, определенное количество тканей, способны восстанавливать эти самые ткани, поврежденные ткани, да, и то есть это один из примеров. Есть другие примеры, мы приводили с той же самой курицей, помните? Когда курица подстраивает свой организм под окружающую среду. И на самом деле под этот же пример можно абсолютно точно под этот же пример привести полы, да? Женский пол и мужской пол. Но этом чуть попозже я подробнее скажу кое-что. И другие примеры динамизма, то есть мы, в принципе, два этих примера привели, да, то есть адаптация под окружающую среду, пример привели, тот же самый пример с курицей. И второе – это восстановление утраченных тканей, утраченных частей тела. У некоторых организмов, я вот читал на этой неделе, что некоторые организмы способны даже ноги, да, допустим, если была оторвана нога, могут способны восстановить ногу, то есть от начала построить ногу заново ее отрастить. То есть сам организм этим занимается. Это динамизм. Динамизм, то есть саморегуляция и самодвижение. Да, и здесь мы сказали, как бы, что сама материя, да, то есть то, что вокруг чего у нас поднялся спор на прошлом уроке, это то, что сама материя не способна вот на эту работу, то есть на адаптацию под окружающую среду или на восстановление тканей. Да, то есть здесь люди, которые рассматривают, те же самые биологи, ученые, которые рассматривают эти самые процессы, динамизм, они рассматривают эти процессы
Единственное, они что могут сказать, то, что говорил наш брат, да, на прошлом уроке, то, что говорил он. То есть определенная вещь делает определенную работу, да, то есть нервные какие-то окончания определяют недостаток каких-то тканей и выполняют эту работу, да, то есть... Нет, они подают сигналы для выполнения этой работы. Да, 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 ну, подают сигналы те же самые. Но как? Каким образом? Это ни одна наука, ни один ученый до сих пор, для всех это тайна. То есть, каким образом это происходит? Каким образом это происходит? Ну, давайте не будем сейчас это вникать, мы будем объяснять. Мы будем на будущих уроках объяснять, что сама материя не способна на такие действия. Но скажу то, что ученые не знают причин, то есть не то, что причин, не знают механизма действия организма в данном случае. Они знают причину, то есть они знают причину. Нет определенной ткани, да, есть причина, нет определенной ткани, есть какая-то рана, допустим. Организм получил рану, есть какое-то существо, есть нечто, которое выполняет работу восстановления, да, допустим, нервные ткани, какие-то нервные окончания и так далее, да, то есть в крови там какие-то микроорганизмы выполняют эту работу, но каким образом этот самый микроорганизм выполняет эту данную работу, в данном случае здесь возникает вопрос, как, да, то есть как, кто выполняет эту работу, мы должны понять это, то есть обратите внимание на эту точку, именно на этот момент, что кто выполняет, здесь в данном случае для нас не важно. Мы все понимаем, что выполняет определенный организм в теле. Но как выполняет? Здесь возникает вопрос. И в данном случае ответа мы не находим ни у кого. Есть какие-то предположения, которые недействительны и несостоятельны. Причины мы скажем позже. Как я обещал вам на прошлом уроке, мы этому вопросу посвятим 2-3 урока. То есть мы еще будем объяснять, как бы, все, что мы до сих пор делаем, это задаем вопросы. Почему, как и каким образом. И ставим проблему. Ставим перед собой проблему. И пытаем, и на будущих уроках, иншаллах, решим эти проблемы. Попытаемся решить. Так вот, то есть, каким образом это происходит, ни один человек, ни один ученый, ни одна наука до сих пор не ответила, да? И далее мы сказали, что это самое направление, это самое руководство мы разделили на несколько частей, на 3 части, точнее, или даже на 4 части. Разделим их на 4 части. Первое – это неодушевленные предметы, направление неодушевленных предметов, неодушевленные. Неодушевленные предметы, направление неодушевленных предметов, руководство неодушевленных предметов. Второе – это растения, то есть, есть ли душа у растений, нет души у растений, мы здесь в данном случае не рассмотрим вопрос. Махмуд, дай, пожалуйста, ручку, возьми с сумки, там прям в карман спереди. Не-не, вот та сумка. То есть растения. Третье – это животные, направление руководства в животном мире. И четвертое – это человек. Направление руководства человека. Как мы сказали на прошлом уроке, что касается неодушевленных предметов, как говорит Шаид Мутахари, рахмахуллах, мы здесь не можем доказать, что есть какое-то направление, есть какое-то руководство за пределами материального мира. Но при этом ни один ученый, ни одна наука не может нам доказать, что этого руководства нет. Да, мы, в пример, привели движение планет во Вселенной в качестве руководства и движения неодушевленных предметов мы привели пример движения
планет или даже галактик. Мы говорим, что Земля, например, допустим, планета Земля, она крутится вокруг Солнца и одновременно крутится вокруг своей оси. Вот это самое движение, оно исходит от самого этого объекта или исходит от, или управляется нематериальным миром, миром извне. Да? Здесь возникает вопрос. Конечно же, большинству людей приходит в голову мысль о том, что есть гравитация, да, и сила притяжения, которая управляет. Но, как признаются сами физики и сторонники этой самой точки зрения, они не знают, что такое гравитация, да, что такое, что из себя представляет сила притяжения, что из себя представляет гравитация. Единственное... Что такое, знает, ну, как она определяет даже сколько, но просто откуда берется... Вот, именно в этом вопрос. То есть, откуда это берется, никто не может сказать. Все, да, они говорят, что... они определения не могут давать. То определение, которое они дают, вы должны понять. Это очень важный момент, обратите внимание. Определение гравитации – это не определение самой гравитации. Это определение следствия гравитации. То есть, есть определенная работа, у этой работы есть определенное следствие. И то определение, которое дают они гравитации, на самом деле является определением чего? Следствия. То есть, выполняет гравитация определенную работу. И они определение самой работе дают то определение, которое выполняет, то есть следствие. Они на самом деле следствием описывают саму работу. И то же самое происходит в том самом процессе восстановления тканей. То есть когда организм восстанавливает ткани, они этому самому процессу, то есть этому самому этой самой способности организма восстанавливать определенные поврежденные ткани, они дают определение опять-таки посредством следствий. Посредством следствий. То есть итог они берут просто и итогом называют причину. Причину, да? И то же самое происходит в гравитации. Они просто берут, говорят, что есть сила, которая притягивает эти самые объекты. Да, что из себя представляет эта сила, никто никогда до сих пор не высказывал. Да? То есть для нас этот вопрос является неопределенным и неясным. Это что касается неодушевленных предметов. Да? То есть и мы сказали, что у материи, или точнее сказать, у объема. И объема и расстояния, то есть некоторые могут сказать, что эта самая гравитация возникает в результате объема и расстояния. То есть то расстояние, которое существует между двумя планетами, и тот объем, который имеется у этих двух объектов, двух планет, да, допустим, Земли и Солнца, объем и расстояние вызывает этот самый процесс. Да? Но мы можем... Масса и расстояние. Как? Масса и расстояние. Но мы сказали, что эта самая масса и расстояние... то есть мы о чем ведем речь? Это необходимо в данном случае повторить, да, чтобы вы не запутались. Мы говорим, что есть устройство, которое вызывает определенные следствия. Да, и в данном случае мы ведем речь о том, что есть движение, есть работа, которая не вызвана устройством, порядком. Да? И в данном случае, на примере этих самых планет, порядком является масса и расстояние. Правильно? Мы говорим, что необходимым условием массы и расстояния является эта самая гравитация или не является. Да? В данном случае стоит определенный вопрос. И мы говорим, что у массы и расстояния есть определенные свойства, есть определенные особенности, которые мы приводили на прошлом уроке. Что, допустим, да, к примеру, это просто простой пример, но на самом деле очень определяющий. Если мы разделим расстояние или массу на двое, то половина будет равна половине общей массы. Да? Половина массы, если разделить планету на две части, то половина это ровно на две части, то половина будет равна половине общей массы. Это необходимо, то есть это
неизбежно. Иначе быть не может. Просто невозможно, чтобы половина не была половине общей массы. То есть, другими словами, эта самая половина, она будет в два раза меньше, чем общая масса. Это необходимая особенность этой самой массы или расстояния. То же самое относится и к расстоянию. Но является ли гравитация необходимым, таким же необходимым, такой же необходимой особенностью массы и расстояния? Здесь стоит вопрос. То есть, и Шахид Мутахари, как я говорил, он говорит, я не могу доказать. Здесь на самом деле невозможно доказать, по крайней мере, на данном историческом этапе, доказать, что здесь есть какое-то определенное направление или руководство. Но и в то же время невозможно и не доказано до сих пор, что этого самого направления и руководства нету и не существует. Это не доказано. И, скорее всего, невозможно это доказать. Что касается растения, в растениях также имеются определенные процессы, мы рассмотрим их позже, животных и человека, то есть эти самые определенные, на самом деле эти направления и руководство, которые мы будем рассматривать относительно растений и животных, их огромное множество и нет необходимости их всех приводить. Можно привести тот же самый пример, который мы приводили, и его рассматривать. Иншаллах, позже на будущих уроках мы эти вопросы будем рассматривать. Что касается человека, мы на этом остановимся чуть поподробнее и рассмотрим кое-какие примеры из направлений руководства человека. Сейчас мы начнем новую тему, то есть это было как повторение, да, то есть у нас на прошлых уроках была определенная путаница, у нас некоторые братья нуждались в том, чтобы мы это повторили. Это все было повторение прошлых уроков, мы ничего практически нового не сказали. То, что мы до сих пор говорили, это были уроки, прошлые уроки, только другими чуть-чуть словами, ничего нового. Одну вещь хочу сказать, очень важную. Тот самый процесс, который мы рассматривали относительно курицы, древние философы, они рассматривали этот процесс, процесс адаптации определенных организмов под окружающую среду. То есть это на самом деле один простой пример по поводу курицы. Их очень много, и издревле они были известны. Та же самая адаптация под определенные погодные условия. В древности философы считали это воздействием души. То есть душа этой самой курицы, попадая в такие условия, то есть тот самый организм, та самая материя, да, эти самые клетки материальные, материя, они не способны это самое на самом деле осознавать. То есть материя, которая не обладает разумом, не обладает оценкой, выбором или волей, она не способна осознать эту самую окружающую среду. И тот, кто осознает эту самую окружающую среду, необходимую, да, в данном случае, неизбежно окружающую среду, в которой находится эта курица, это душа. То есть душа познает это. И они считали, что на самом деле курица, то есть душа курицы, занимается в данном случае строительством. Строительством своего организма, своего инструмента и подстраивает под окружающую среду. И на самом деле данный вопрос, то есть это мнение, является правильным. И эта самая душа, которая в данном случае является строителем, в Коране эта самая душа называется ангелом мудаббер, то есть строителем, ангелом-строителем, да, тем самым ангелом-строителем, который упомянут в Коране, является сама душа этой самой курицы в данном случае. И тот же самый процесс мы наблюдаем относительно полов людей. То есть почему одни люди
выглядят, то есть мужская половина имеет совершенно отличную структуру организм, нежели женская половина. Здесь, несомненно, причиной вот этого вот процесса не является материя. То есть она, мы видим материю, которая развивается, изначально развивается в одном направлении, одинаково развивается, но наступает момент, когда эта материя начинает отличаться друг от друга. То есть женский организм и мужской организм отличаются друг от друга. И при этом, что самое важное, особенности двух этих людей, не внешние особенности, а именно, как мы говорим, душевные особенности, характер, да, поведение и так далее, они, эти самые душевные особенности также отличаются друг от друга. То есть мы видим, что эта самая душа, которая вдыхается в этот самый организм, начинает строить для себя удобное для себя, более подходящее для себя тело и организм, и начинает двигаться в определенном направлении. И именно поэтому, когда женщина начинает вести себя как мужчина, эта самая душа, это самый ангел-строитель начинает подстраивать тело под данное условие. И наоборот, когда мужчина начинает вести себя как женщина, мы видим, что это самый ангел-строитель, которым является душа этого самого мужчины, начинает подстраивать тело под данное условие, и мы видим, что мужское тело начинает уподобляться женскому телу. Немного приглядитесь, и вы, несомненно, будете наблюдать этот самый процесс, это самое явление. Итак, вопрос, который мы хотели бы рассмотреть, новый вопрос, да, что-то новое, который мы хотели бы на данном уроке рассмотреть. Мы на прошлых уроках говорили о четырех причинах, которые существуют в этом мире, да, четыре причины. Помните? Формальное, материальное. Материальное, начальное и конечное. И конечное. Формальное, материальное, начальное и конечное. Мы сказали, что любое действие, любое движение, возникновение любого следствия невозможно без совокупности этих четырех причин. И возникновение посредством всего лишь одной причины невозможно. Точно так же невозможно возникновение определенного следствия без одной. То есть посредством одной или без одной невозможно. Должны быть все эти причины. Я повторю, потому что, возможно, кто-то забыл. Формальная причина – это тот самый вид, который придается этому самому материальному существу. Да? Тот самый вид, форма. Если не будет формы, не будет, соответственно, так как все материальные твари, все материальные существа имеют определенную форму. Это необходимое условие материи. Материя не может быть существовать без формы. И поэтому должна быть определенная форма. Ясно, да? Должна быть материя, соответственно, материал, из которого состоит это самое. Это самая тварь, да? Начальная причина – это та причина, которая дает толчок возникновению, этого организма, этого существа. Мы приводили пример со строительством, да? Со строительством, если быть довольно крайне банальным и крайне простым, простаком, то формальная причина – это тот самый дизайн, допустим, да? Тот самый дизайн, который строитель ставит перед собой во время строительства здания. Материя – это сам блоки, если это быть простым. То есть примеры не точные, но дают определенное понимание. Материальное – это те самые блоки, тот самый цемент, из которого состоит все это. Начальная причина в данном случае, то есть то существо, которое дает толчок возникновению этого следствия, является тот самый строитель.
Тот самый строитель, который складывает блок за блоком и скрепляет их цементом. Конечная причина. Что такое конечная причина? И в данном случае, то есть вокруг этой самой конечной причины все наши разговоры, последние несколько уроков. Конечная причина – это та самая цель, которую ставит перед собой начальная причина. То есть на примере на нашем примере строитель какую цель ставит перед собой во время строительства этого здания? Что он хочет построить? Жилье для себя хочет построить? Тренажерный зал хочет построить? Молельню хочет построить? Что бы он ни хотел строить, какая бы его ни была цель, это есть конечная причина. Конечная причина. Этот пример, который мы привели из материального мира, он простой и неточный, то есть, если мы будем приглядываться к этому примеру, то мы найдем много ошибок, которые не соответствуют данной причине, в частности, в конечной причине. Это пример, чтобы было понятно, о чем идет речь. Относительно этих трех причин нет никаких разногласий, особенно относительно начальной причины. Относительно начальной причины ни у кого, ни у одного учения в мире нет никаких разногласий. Все абсолютно признают начальную причину. То есть все считают, что без начальной причины возникновение следствия невозможно. Должна быть определенная начальная причина, должен быть тот самый толчок, который приводит к следствию. Без этого невозможно. Относительно этих самых первых двух также не существует разногласий. Разногласия существуют между относительно конечной причиной. Материалисты, они отрицают конечную причину в этом мире. Они говорят, что никакой конечной причины в мире не существует. Да, то есть нет никакой конечной причины, нет никакого следствия. Та работа, которая выполняется организмами, то самое движение, те самые действия, которые происходят вокруг нас, они бесцельны. Нет никакой-то определенной цели. Случайной. Смысл существует. Бессмысленный, да, можно так сказать, бессмысленный. Нет конечной причины. Противоположностью является точка зрения, наша точка зрения, людей, которые верят в Бога, верят в конечную причину. Как сказал Рустам, если перефразировать его, да, верят в то, что наша жизнь не бесцельна, окружающий нас мир не бесцелен, есть определенная причина, есть определенная цель, есть определенный смысл во всем, что творится вокруг нас. И в данном случае, как бы основное отличие между материалистической точки зрения и религиозной точки зрения. То, что материалисты отрицают эту самую конечную причину, соответственно, верующие в Бога утверждают ее. Ну, как я уже сказал, тот самый пример, который мы привели, и то самое объяснение, которое мы дали конечной причине, она неточная. Неточная, и было бы точнее, если бы мы определяли бы конечную причину иначе. Дали бы другое объяснение конечной причине. И тот самый пример, который мы приводим из окружающего нас мира, из материального мира, также, как я уже говорил, не является точным. Дело в том, что конечная причина, она понимается по-разному. Есть понимание, которое имеют обычные люди. Да, то есть при первом объяснении сути конечной причины возникает определенное представление о конечной причине. При первом объяснении. Это обычное понимание сути конечной причины. Обычное. И второе – это философское. Обычно философы, когда объясняют суть конечной причины,
Они сами же, конечно, понимают иначе, но объясняют, когда рассказывают об этой конечной причине, они неизбежно приводят примеры из материального мира, так как примеры, другие примеры приводить довольно-таки сложно, и поэтому для ясноты объяснения они приводят примеры из материального мира, и поэтому возникает обычное понимание конечной причины, то самое понимание, которое возникло у нас у всех при первом объяснении. И философское объяснение, и философское понимание. Философское понимание. Данный вопрос я сейчас разъясню, в чем отличаются две эти точки зрения на один и тот же вопрос. И я думаю, на этом закончим. Мы, вы, иншаллах, за эту неделю поразмыслите, подумайте над этим, все это разложите по полкам. Да, и на следующем уроке, иншаллах, мы дальше продолжим рассматривать. Я думаю, если мы так будем двигаться, то есть объем информации будет дозированным, то я думаю, иншаллах, все поймут и не будет ни у кого никаких проблем. Что касается обычного понимания конечной причины, не забывайте об этом, что речь идет о том, о конечной причине идет речь. Обычно люди понимают конечную причину как то есть, ту самую цель, которую ставит перед собой Бог, допустим, например, в создании этого мира, они рассматривают как работу того же самого строителя, так как примеры, они как бы из этого мира, из нашего мира, и в основном в качестве начальной причины приводится человек. И, соответственно, понимание конечной причины, это как понимание конечной причины возникает уподобление Бога к человеку в данном случае. Да, то есть есть человек, он строит определенное здание, допустим, определенное здание, у него в голове есть определенная цель, к которой он стремится. Есть вещь, которую он поставил перед собой, какую-то цель, и строит это здание, и как бы конечную причину рассматривается именно так. То есть Бог имеет в своем знании, так как бы, что касается относительно людей, мы говорим, что есть у него в голове какая-то мысль. То есть в данном случае это самое слово неприменимо к Всевышнему Аллаху, говорится, что есть в его знании определенная вещь, которую он преследует, в творении того или иного действия, того или иного существа. То есть это обычное понимание. То самое понимание, которое у нас есть на данный момент от конечной причины. Да? Никому не спать. Просыпайтесь. Что касается философского понимания. Философское понимание отличается от того самого обычного понимания, которое у нас на данный момент есть, благодаря тем самым примерам, которые мы приводили. Дело в том, что когда возникает определенный организм, возникает определенное существо в этом мире, есть сила, которая толкает это существо вперед. Это существо, это организм вперед. Допустим, часы. Да? Например, на примере часов вполне хороший пример. То, что толкает к движению, то есть вперед часы, является будущее этих часов. То есть каким образом? Этот самый мастер, который делал часы, он ее сделал таким образом. Сделал часы таким образом, что это самое устройство толкает эти часы вперед, то есть приводит ее в движение. То есть единственное в данном случае, что приводит в движение часы, является прошлое. Допустим, это тот самый организм. Это прошлое. И это самое прошлое, которое в данном случае является работа мастера, движет часы. Движет этими часами. То есть то, как он это сделал. Те самые механизмы, которые
существует в часах. Он построил этот механизм, и благодаря этому механизму, который мы называем прошлым, толкает этот организм вперед. Но в организмах, в творениях есть другая сила. Другая сила, которая приводит эти самые часы в движение. Эта сила есть настоящая. Настоящая этого самого организма или этого самого существа, настоящая. То есть, это та самая цель, это та самая конечная причина, тот самый замысел, та цель, которая движется, этот самый организм, это самое существо. То есть, мы наблюдаем здесь вот такую картину. С одной стороны, нечто толкает ее вперед, но с другой стороны, есть вещь, которая притягивает ее вперед. Есть только то, что толкает, а есть то, что притягивает. То есть, как мы видим, это принципиально отличное от того, что мы до сих пор понимали от конечной причины. Да, одно дело, когда мы понимаем, не поняли, да? Смотрите. Одно дело, когда мы понимаем, что у человека в голове есть определенный замысел. Замысел, который движет им в творении того или иного действия. Это одно понимание, которое мы назвали обычным пониманием, простым пониманием. Но есть другое понимание. Это когда сила, есть определенная сила, которая движет этим самым организмом вперед. То есть извне уже влияет на него. Да. Есть определенная сила, которая движет. Это то есть принципиально отличная разница. И когда этот самый организм находится на распутии, допустим, такая банальная дорога у этого организма. Шел до этой точки, да, и после этой точки направился по этому пути. По этому пути не направился, потому что та сила, которая тянет его вперед, потянула его именно в эту сторону, именно по этому пути. То есть в этом отличие обычного понимания от философского понимания. Здесь есть определенные точки, то есть определенные вещи, которые, благодаря которому есть отличие между этими двумя пониманиями. Да, иншаллах, на будущих уроках мы дальше рассмотрим, над этим подумайте. Если не успели, лучше запишите это все, то, что было сказано на данном уроке. На будущих уроках, иншаллах, мы продолжим этот разговор. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.